Мне тут задавали вопрос, вот у меня сейчас не стоит инфракрасный фильтр на камере, будет ли она работать в инфракрасном освещении. А фокуса нет никакого, ребят, потому что настроена она по другие задачи. Вот стоит камера, она, если выключить свет, работает в инфракрасном диапазоне, включая фонарь инфракрасный. Мы сейчас снимем, выключаем свет, смотрим на камеру. О, как она светит ярко инфракрасным, да? Теперь давайте-ка посмотрим, чего у нас тут в инфракрасном. Посмотрите-ка, работает. Да, то есть теоретически, если мою насадку поставить с инфракрасным фонарем, то через прицел все будет отлично видно. Будет вполне себе полноценный ПНВ, наверное. Как-то так. Прикольно.